У муравленковцев, претендующих на гранты, появилась возможность получить профессиональные советы эксперта, не выезжая из города. Руководитель многофункционального клуба молодежных инициатив Илья Христенко стал экспертом Федерального агентства Росмолодежи. Первый опыт он получил на всероссийском конкурсе молодежных проектов. Там ему пришлось рассмотреть и дать оценку 56 авторским проектам. По документации Росмолодежи есть 10 критериев. В каждом критерии баллы выставляются от 1 до 10. Это такие критерии, как эффективность, обоснованность сметы, актуальность проекта, необходимость проекта вообще, то есть социальная необходимость, необходимость его для региона, собственный опыт, который, то есть, есть у команды, его нет у команды, и софинансирование – это вот основные критерии. После, уже в марте этого года, Илья принял участие в конкурсе Федерального агентства по делам молодежи, которое проводило поиск грамотных специалистов для оценки проектов, претендующих на гранты. Представитель из нашего города успешно прошел отбор и защитил статус эксперта. Применить новые профессиональные навыки теперь предстоит на форуме «Территория смыслов» на Клязьме. Он пройдет в подмосковном Солнечногорске в июле. В рамках форума состоится грантовый конкурс, стать участниками которого могут и муравленковцы. При регистрации подаете заявку на портале АИС «Молодежь России», ко мне за помощью обратиться нужно. Для того, чтобы был более эффективный, качественный, проработанный проект, для того, чтобы была большая вероятность получить грантовые средства.